На трибуне стадиона «Металлург» стало плохо одному из зрителей. По рации сообщения передают медикам. Те на носилках эвакуируют человека в карету скорой помощи. Так происходит тренировка медиков, которые будут работать на чемпионате мира. Через год отрабатывать действия будут уже на новом стадионе «Самара-Арена». Там мы уже будем взаимодействовать со всеми службами, которые задействованы так или иначе в обеспечении безопасности на стадионе. Это security, это волонтеры, это распорядители матчей. На них будет возложена функция обеспечения медицинского прохода, коридора так называемого. На стадионе медики тренируются в третий раз. До этого навыки отрабатывали в помещении. Для врачей условия работы непривычные. Приходится ориентироваться на стадионе, осваивать рацию, учить футбольные термины и даже заниматься физподготовкой. Это абсолютно другой опыт. Свежий воздух, другая атмосфера, определенные трудности. Бежать по лестнице – это довольно-таки тяжело. Но мы тренируемся, и я думаю, что к 2018 году мы будем полностью готовы к этому мероприятию. Медкоманда на самарских матчах чемпионата мира будет состоять из 250 человек. Это средний медицинский персонал и врачи разных направлений – педиатры, дерматологи, кардиологи и терапевты. Андрей Горгуленко, Валерия Макарова, Константин Головин. События.